Ребята, всем привет! Вы на канале Мисс Софи. Смотрите, мы закончили украшать нашу большую елочку. Мы ее украшали где-то час. И теперь будем украшать наши здания и комнаты. Что, давайте начинать. Вот, смотрите. Даня, ты уже запутал гирлянду. По-моему, да. Мы ее в жизни не распутаем. Вот моя елочка, ее надо выпрямить сейчас. А вон Даня там стоит, светится. У нас тут такой бардак, шарики разбросаны. У нас тут ужас какой бардак. Даня, куда ты полез? Ой, дождик порвался. Ну, пойдем к тебе в комнату переселяться. Папа. Ух ты! Елочка горит. Куда не нарядили? Нарядили? Да. Нет. Как нет? А что это стоит? Не елка? Оп. А под столом у Дани сюрприз. Покажешь? А ну, покажи. Кто там у тебя под столом? Оп. Опа! Кто это от нас убежал и спрятался? Тут никого не было, он тихенько зашел и все. Да? Что теперь, будем вешать гирлянду тебе? Я. Ну, давай. И вот это, и вот. Вот эту гирлянду? И дождик. Нет, дождик не надо. Надо. Не я надо. Я его сюда на кнопку повешу. Ну, это тогда, ближе к Новому году уже. Так, ладно, давай разберем. Он Жора на дождик пошел. Он Соня вчера поел или когда... Чем занимаемся? Нашу еще украшения, но это еще не все. А где у тебя елка стоять будет? Ты придумала? Еще нет. Мне еще надо шарики принести. Я придумала. Ну, я так думаю, надо вот сюда, наверное. Убери вот эту вот, эту самую. Я придумала, возьму для вот папок. Эту. Одену шарики, которые мы не пользовали. И будет такая как гирлянда из шариков. И куда ты ее вешать собралась? Не знаю, куда-то повешу. Может, на шторы. Прикольно же будет. Не знаю. Я сейчас шарики пойду выбирать какие-то. А вот шарики, какие я вчера покупала, как раз пригодились. Угу. Тут у меня еще есть зимние картиночки лежат. Ребята, смотрите, вот Данина комната. Украсили так, как хотел Даня. Он тут командовал, стоял, куда что цеплять. И вот что получилось. Плохо видно. Ну, в общем, как-то так. Ну что, теперь пошлите мою комнату. Главное, украшать. Что нравится командиру. Да, командир, да. Где-то там засел. Ну что, иди! О, командир на вешалке. Ой, на стенке шведской. Все, ты довольный? Да. Мы сделали так, как ты хотел? Нет. Все, выключай гирлянду свои. Нет? Ну, не знаю, ты командовал? Нет, вот там вот под столом розетка, под столом. Так не выключается, под столом. Ты так меняешь, чтобы оно по-разному горело. Сейчас завалишь елку. Аккуратно. Все, теперь идем к Соне. Да, пошли. Ребята, я украшаю елочку, но есть одна проблемка. Я еще не нашла места, где она будет стоять. Да уж, посредине комнаты. Давай я тут поставлю в центре. И будешь хоровод водить. А что, идейка? С Даней в Новый год будете хоровод. А Даня телефон нашел по-тихенькому тогда. Дань. Она у тебя длинная. Ты мотай поплотнее. Это тебе придется ее в три раза обматывать. Намотали, как горит, увидите позже. А теперь будем украшать. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. In a one-horse open sleigh, o'er the fields we go,
fortune seemed his life. We ran into a... Ну вот, ребята, смотрите, цедыш и елочка готова. Ставлю место. Вот тут вот мы все-таки решили ее поставить. Не будешь цеплять ее тут ходить, да? Да нет. Ну, нормально, что? Елочка стоит. Ну, а теперь заветное слово. Так свет же выключи. Раз, два, три. Елочка, гори. Ну, у тебя же горит. А, я поняла. Мне вот так больше нравится. Вы просто говорите? Да. Так. А вот понимаете. Угу. Ну все, выключаем. И продолжаем дальше. Теперь надо вешать на него термин. Она двухцветная. Красивая, как по мне. Да. Нежная такая. Мне очень нравится. Ну, место, конечно, не очень удачно. Ну, ладно. Ого, мы еще подумаем, переставить елочку это не проблема. Ага. Что-нибудь решим. Ребят, ребята, а если вы хотите быть в курсе моих новостей и их увидеть первыми, не забудьте подписаться на мой инстаграм. Будет ссылочка в шапке, она есть. Или вы можете найти ссылочку под любым из моих видео. Так что подписывайтесь, чтобы узнавать новости первыми. А я буду украшать полочки. Змеючка такая у тебя. Такая красивая. Угу. Голубо-зелененькая. Ребята, смотрите, вот так вот я украшаю комнату и выставляю в инстаграм разные фотографии. Сейчас я нарядилась в виде елки. Так, может, мы тебя поставим, и не нужна тебе елка. Нет. Станешь тут посреди комнатки. Мы на тебя еще и конфет навешаем. О, конфеты, это хорошо. Будешь там над сладкой елкой. О, там тебя лучше видно, ты там сидишь в темноте. А мне теперь плохо фоткаться. Ой, как-то ты вся поплыла. А можешь выключить? Смотри, как красиво. Ну что, продолжаем, побаловались и хватит. Так, я еще запуталась. Так, запуталась. Давай, буду тебя спасать. Стой. Я глядя запуталась. Опа, все. Вот там в зеркале тоже отражаемся в стекле. Смотри, такая огненная дорожка. Ладно, давай заканчивать. Что мы сейчас будем делать? На окно это все наляпаем? Да. Попробуй, как вот тут, где я сидела, нагрелась. Угу. Давай, бери скотч. Будем клеить это все на окно. Надо сейчас. Инстаграм выставить сначала. Что, можно ты? Даня тут шепчет. Можно я? Что ты? Кто не знает. Попробуешь? Как нагрелась? Кто не знает, вот мой инстаграм, смотрите. Кто не подписан, подписывайтесь. Ссылочка есть под каждым видео. Давай, ссылочка. Вот разные фотографии. Есть даже вот такая вот фотография. Одна из 9 фотографий. Сейчас выставим несколько фотографий про гирлянду и все. И будем дальше украшать. Это еще одна елка тут новогодняя. Еще штора мешать, наверное, будет. Не знаю. Может быть, кстати. Ого, хорошо приклеивай. Становись на подоконник. Я хочу тут закрепить. А, там отвалилось внизу. Где? Внизу отвалилось. Там перекрепи, там у меня тоже плохо получалось. Ты тут сильно натянула. Мы тут вместе делаем. Не думайте, что это я одна делаю. Мне тут и мама помогает. Аккуратно. Надо залазить под шторку. Ух ты, я тут под шторкой. Ой, что-то надо выключать ее. Да,
А нам хватает. Уже не хватает сейчас. Сколько закончилось? Танцор. Ребята, мой декор закончен. Смотрите, какой красивый получился. Ну что, а теперь давайте проверим, как тут будет волшебно. На счет три. Раз, два, три. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. Вы видите, какая комната получилась. Мне она очень нравится. Кому понравился этот клуб, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал Мисс Софи. Всем пока-пока. До скорых встреч.